БТХ-2, вездеход, выпускающийся серийно. Это 62-я машина в серии. Это вездеход, принимающий в заводском виде участие в соревнованиях на выживание вездеход Трофи. Пользуясь случаем, еще раз всех приглашаю, владельцев, производителей. Потому что не вижу пока в заявке никого, ни Тайфунов, ни Шерпов, очень мало чего-то народу. Алексей Марович просил поддержать, поэтому давайте заявляйтесь. Особенно вологодские ребята вас ждем, потому что вы крутые парни. Ваши видео тоже смотрим, наблюдаем, офигенные вездеходы. Лесника ждем, всех ждем. В гости здесь, на ленинградскую землю, что называется, в поселок Малукса. Значит, вездеход БТХ-2 – это утилитарная машина, предназначенная для движения по любым грунтам, по сложным участкам. То есть это не паркетник среди вездеходов. Сейчас как бы появляется такой класс, и многими он востребован. Значит, есть, да, там, условно говоря, такие места, где сильная проходимость не нужна, поэтому люди там предпочитают там побольше комфорта, скажем так. У нас же философия, политика изначально была такая, чтобы вездеход мог там в тех же там вездеход трофи участвовать в соревнованиях, проходить жесткие болота. Поэтому это техника для тех, кому нужен такой серьезный утилитарный вездеход для серьезных участков. Болото, торфяники, моря и так далее. Дальний Восток, привет, кстати, всем. Там у вас много, я знаю, такого. Значит, здесь по комплектации у нас из интересного пропанель установлена. У нас увеличенный бак алюминиевый ручной работы нашей, чтобы побольше топлива помещалось. Вот. У нас тут есть тахометр. Тахометр, счетчик моточасов. Температура, вольтметры, значит, на панели дополнительно уровень топлива, еще раз вольтметр, температура двигателя. То есть минимум необходимого, но все есть. Значит, в кунге здесь исполнена москитная сетка, чтобы можно было дышать, да, но комары не кусали. Значит, сзади у нас, в заднем кунге, он 1800 на 1720. Значит, подножка у нас сделана, потому что на форестерах уже машина высокая, чтобы залезать удобно было. Значит, у нас здесь, ну, надо это тоже вынуть. То есть, получается такой полноценный диван, 1,80 на 1,72 м. У нас здесь установлено отопитель планар, автономка. Есть USB розетка. Вот. Есть крепление для ружья в таком виде. Значит, ну, собственно говоря, просто, но со вкусом, как говорится. На шинах Forester на 35-м моторе это очень проходимый, очень резвый аппарат, который, в принципе, по проходимости способен любой бортоповоротный вездеход уделать, что, как говорится. Именно по проходимости, потому что он легкий, идет сверху линз, не зарывается. Идет поверху даже как бы жидкого, когда такие вот условия, такой жидкий торф, сложный. А здесь переставная лебедка 3500 фунтов у нас в комплектации. Назад-вперед можно поставить. Здесь балка доп. Света. Здесь подарок сделанный человеку, такие вот ветка-отбойники, чтобы по лесу ездить, чтобы ветки не цепляли. Значит, легкий тент. Лобовое стекло поликарбонат, очень прочный. Заклеенный полиуретановой пленкой, чтобы не царапаться. Так, мотор 35-й Longqing. Премиальный китайский мотор. 35-й мотор отличается от 30-х увеличенным объемом. За счет этого они немного меньше греются. Они очень резвые. Но они чуть потяжелее. В принципе, мы по желанию, как бы, 30-й мотор мы рекомендуем как такой как бы более щадящий вездеход трансмиссию. Но нашу трансмиссию, значит, проверенную многими часами жестких испытаний и соревнований, мы совершенно спокойно даем на нее гарантию с 35-м мотором. Вот. Но надо учитывать, что расход у него чуть побольше, чем у 30-го мотора. Вот. И, естественно, чем у Honda. Вот. А гидравлическая система здесь от МТЗ трактора.
все надежно, все проверено, запчасти все есть в наличии. Вездеход практически полностью собран из отечественных запчастей. Мы оказываем гарантийные все свои обязательства, договорные сроки выдерживаем полностью. В принципе, мы первые, кто сделал приличную и хорошую переломку. Вот. Вездеход БТХ-2 на рынке уже с 2018 года. Поэтому для тех, кто хочет хороший, надежный аппарат, как бы рекомендую машину. Можете переехать на тест-драйв. Значит, эта машина себя зарекомендовала уже многими годами использования нашими клиентами. Значит, шины Forester 1300 на 600. Очень хорошие дутики. Прям нам они нравятся. Вездеход хорошо на них едет. У него правильное соотношение объема воздуха и массы. Вообще, это, кстати, важная такая характеристика в вездеходе. Я бы вообще предложил как бы ее ввести в обозначение вездеходов. То есть соотношение шины, объема воздуха и веса вездехода. Потому что в зависимости от этого соотношения можно как бы разделить на там, какой-то утилитарный, серьезный вездеход для любого там, типа поверхности, либо там некий там паркетник, который может только определенные преодолеть вещи, а там что-то более серьезное, чтобы люди понимали, что лучше туда не ехать, потому что уже ты не проедешь. Этот вездеход сделан именно для серьезных таких жестких болот, то есть, чтобы можно было никуда на нем не страшно. Вот на нем, на этом вездеходе, никуда не страшно суваться, то есть нет такого, где вот нет, туда я лучше не поеду. То есть здесь абсолютно любой тип грунта на нем преодолевается спокойно. Ребята, в такой комплектации вездеход БТХ-2 готов составить конкуренцию любому бортоповоротному вездеходу, любому крутому вездеходу, дорогому вездеходу. У нас, кстати, сейчас хорошие скидки. Мы готовы рассматривать такие интересные предложения. Поэтому, кто заинтересован и думает, то звоните. Сейчас прямо для заказа хорошее время, лето, для загрузки производства. Это самое то, что надо. Поэтому производителей и владельцев ждем на вездеход Трофи 2022. Давайте поддержим это мероприятие. Оно все-таки позволяет реально посмотреть на вездеходы. Это интересно, классно. Это развивает нашу тему. Поддержим Алексея Марача Грыгашьяна. Спасибо ему за организацию. Вот, мы всех будем ждать здесь, на ленинградской земле, в поселке Малукса. Очень надеемся, что у нас все получится, и мы поедем на двух машинах. Вот, поэтому спасибо всем, кто смотрит. Мы поехали в болото испытываться, снимать вам видосики. До новых встреч, звоните, пишите. Всем пока, до новых встреч, до свидания.